Already when taking piano lessons as a small child, Sofia Gubaidulina had a feeling that there was more to music than just learning the right notes. Пробовала играть на струнах, играть в каких-то других октавах, чем это предлагал ученический репертуар. И вот с этого начался импульс, желание музицировать. Her talent was soon recognized and she was admitted to the Moscow Conservatory, only to find that the music she wanted to write was not wanted by her own country. Sofia Gubaidulina's music was banned. И ничего хорошего не приносит то отчаяние, которое возникает от того, что иногда кажется, что весь путь неосуществим. Неосуществим самое важное – самореализация. Именно то, что многие люди идут ко мне, многие люди слушают меня с вниманием, говорит о том, что моя позиция – жизненно, что она правильная. Мои интенции были направлены на универсальную культуру. Мне все время хотелось как можно больше узнать о мире, о звучащем мире, как можно шире представить себе музыкальную жизнь человечества в целом. Очень ярко у меня, чисто визуально, в моем представлении, очень яркие руки исполнителя, смычки, глаза исполнителя, и даже движения, манера их двигаться, манера репетировать. Вот это все я вижу очень отчетливо, визуально. Те сочинения, которые исполняются без моего присутствия, они не звучат так пронзительно, как если бы я пришла, что-то происходит, то, чего я не могу объяснить рационально. Across from the old conservatory in Moscow, there is a newly restored church, a symbol of change, and of Sofia Gubaidulina's main source of inspiration. Я думаю, что в конечном счете это религиозный путь. И вот это соединение души и духа – это вот та дверь, которая идет к высшему, абсолютному началу нашего существования.